Давай я просто пакую. Да. Да. Ну все. Так, всем добрый вечер. А, напишите, друзья, как там со звуком все обстоят дела. Здравствуйте, меня зовут Эсдемон Сидоров. Играет. На чем играешь? Я вот на этой штучке. А, еще баян у нас есть. Вот. Ну все, мы начинаем. А да. Вот это никак не... Мне не надо. А, вообще не надо. Можешь программу. Я же вижу. Все. Раз, два, три и... Моя анархия дом-дом, законов, правил нету в нем. Там нет господ и королей, там разоглавит там удар. Там ночь есть ночь, а день есть день. Мою анархию не трожь. Мою анархию не трожь, моя анархия света. Держи, братан, на память крест. Вдруг он поможет, вдруг Бог есть. В стране воров и дураков так легко себя найти. Ищешь воздух, заверти, с ним поешь до утра. Вроде вот на полпути, а нет, все опять с нуля. Мою анархию не трожь, моя анархия света. Мою анархию не трожь, моя анархия света. У входа в дом поставил щит, кто только плел, тот не сгорит. Несутся в драку за любовь, салфеткой утираешь кровь. Бегут все так же облака, даже чистого листа. Между поднимает бровь, и еще не прожита. Мою анархию не трожь, моя анархия света. Мою анархию не трожь, моя анархия света. Мою анархию не трожь, моя анархия света. Ну, вот как-то вот так. Ну, у нас будет формат, мы будем петь две песни, потом, если будете задавать вопросы, отвечать на них, потом опять две песни, вот так вот. Черный флаг. Раз, два, три и... Женя, мама, черный флаг. Здесь все не то и все не то. Здесь государство главный враг. Естество не привык врага. Терпи, все будет хорошо. А может, нахуй ты пошел. Моя страна, моя земля. А если я здесь и не я, то нахуй я тут тоже. А если я здесь не я, то нахуй я тут нужен я. А
ты. А если ты здесь и не ты, то нахуй я тут нужен ты. Клубком в руках непрочные книги. А если мы здесь и не мы, то нахуй я здесь нужен мы. А если мы здесь и не мы, то нахуй я здесь нужен мы. А если мы здесь и не мы, то нахуй я здесь нужен мы. Как-то так. Так. Пол лица то, да, да. Ну ты как, сядь сюда поближе. Ну ты сядь подальше, я сяду поближе, это же понятно. Всем привет, кто присоединился. Так, что у нас следующий? Сплин. Наш любимый. Песня называется «Сплин». Медленная. Всем привет, да. Всем привет. Раз, два, три и... Сердце дождь и сплин. Сбивают с неба тучи, кто жил в районе в кучу. Смеясь под солнцем, камнем летят вниз. Пролог рассказа, мне финал. Спит кот на батаре, дурак восказ веет, и против шерсти гладит облака. Песен струмил лоб, шуршит фольгой на сердце дождь и сплин. Была песня «Сплин». Следующая у нас называется «Будущее есть».
Раз, два, три и... На продавленном диване созерцаю паутины потолка. Черти шепчут, надо взять и разбежаться, уебаться там стену со всей силой головой. И я спокоен, словно Будда, выпускаю самокруток. Под окном забыл, сучка, за походу пьесы рано не за мной. Это подвиг, это чудо, это чудес. И я и сам бываю войным, радикальным, экстремистским, анархистским, шаролевым, плечи ангел, а на правом рыжий пес. А будущее есть. Конструктор для глухих и для слепых. И я надену черный бантик хранить свою свободу на колеса кровь входа равнодушного Кремля. Все стереть, не возвращаться, отмыть ногой, занести смертельный вирус, кто-то хитрый затаился и затих. За окном сирена воет, то еще не что-то стоит. Черти весело смеются, как качели и петля. А будущее есть. А будущее есть. А вопросики? Есть. В одну звезду снимаю. Че? Пол лица. Камеру советую повернуть влево. Камеры. Ребята, камеры мы не поем, да? Володя здесь смотрит. О, Вовка. Спасибо. Что у нас следующее? Пол лица. Так ты присядь ко мне рядом. Осторожно. Ты в экстазе. Я же не жадный. В экстазе так машешь локтями. Я не жадный. У нас вот баянист вообще как бы. Баянист тоже в экстазе машет. И я, получается, зажат между двумя экстазирующими людьми. Ну а как ему? По-другому никак. Да, кстати, мы находимся в Смоленске, но здесь тоже такая замечательная группа есть, как Карамазов Драмс, прям большие. Они молодцы, да? Молодцы. Репетируем у них, играем с ними. Здорово. Ладно, все это лирика. Дальше у нас. Охо-хо. Нет. Нет? Нет. Осторожно, парень. О! Кого? Осторожно, здесь есть настоящие панки. Без проигрыша. Без проигрыша. Раз, два, три и... Осторожно, здесь есть настоящие панки. Колония сломала и не выгнала сухая система. А кто не сменил еще берцы на мягкие тапки? Кто за бумажки и тряпки не вытянул лапки? И для того быть свободным вообще не проблемы.
И ветер дорог все так же комфортней завода. То чаще офлайн, онлайн, там за гиктого слэма. И похуй, и пусть говорят, что так выглядит стрёмно. Ой-ой-ой, осторожно, пахни чаши. Расскажи что-нибудь. Баянист отдыхает. Расскажи что-нибудь. О, Крамазон знает. Спасибо, ребят, за теплые слова. Что у нас там в начале длинная идет или короткая? Ты меня спрашиваешь? Где мне? Ох-ох-ох! Поймать, поймать! Раз, два, три и... Пряник и плеть.
прелесть, конечно, этого концертов, да, и онлайн-трансляции, что как и на концерте, все непредсказуемо, да, но все люди живые. Конечно. Все играются по-другому, чем как бы когда записи готовишь. Так, что у нас следующее? Ну все. Отговорились живые. Что живые? Мы? Мы. Ну, не сегодня, не сейчас. Одна из новых песен, их, по-моему, много, да, уже. Готов, баян-то? Раз, два, три и... Нехорошо, я словно сфинкс, невозмутим летела жизнь. А я пил кофе и курил, моя страна ввела бессрочный карантин, чтоб вместе быть. Здесь каждый должен быть один, за плечи взять и растрясни тоску и смертным колобком. Спичи скатиться и сгореть, чем на зубах быть скованной одной из лиц недружной вверх. А кто-то кнопку нажал вниз, мы все умрем. Но не сегодня, не сейчас, мы все умрем. Мы все умрем. Но не сегодня, не сейчас, мы все умрем. Люблю жену, когда гитару и спите, что не по мне. То есть говно ему, такие есть страна. Народ и слышал, что есть Бог на облаках. Как в изоляторе живет, за руки взять, затанцевать тоску и смерть да поебать. Нам всем придется умереть, а на сегодня полный стол и пустой гроб, пока мы вместе. И я на кнопке нажму стоп, мы все умрем. Но не сегодня, не сейчас, мы все умрем. Мы все умрем. Но не сегодня, не сейчас, мы все умрем. Но не сегодня, не сейчас. Так. Что там крутится? Это, наверное, одна из таких, да? Лютых хитов. А мопс-то пошел или нет, я так не понял? Какой мопс? За донатами? За донатами. Да все пошло. Вот, Дмитрий спрашивает. А, не, мы же это играем без донатов. И донат. При чем тут? Я не про донаты. А это? Ты читаешь, что там люди пишут? Да. Ну вот. А я читаю вон там еще, вот не там, где ты мне показываешь. Да, Надежда. Надежда, да, Игорь. На баяне. Спрашиваю, на баяне играет. Надежда. Все по-взрослому, как говорится. Еще чертей, да? Так же начинаем, помнишь, как это... Ну, я проигрываю. Да, да, да. Кто, я? Да. Так? Так же. Как на репе. А вот эта фишка такая. Угу. Крутят черти у виска. Экипов в заброшенных домах. Такая принимал, что подал зиму следом. Всем видом наводил на всех прохожих страх. Чертовский ругался, как сапожник. Пытался умереть, но вызвали врачей. Алеша на носилках. Тем для брата рожа.
на глубине. Вот и тут ты страшно близка, но кто давно звездой на землю рухнет, и он посмотрит со смешкой в облака. Дом кругят черти у виска, ангелы подсобинают, нам не надо здесь тебя, пусть он там еще гуляет. Кругят черти у виска, ангелы подсобинают, нам не надо здесь тебя, пусть он там еще гуляет. Да, главное не унывать, да? Да. Ты не унываешь, Алексей? Я всегда унылый. Всегда унылый. Значит, что ты врешь? Что ты врешь? Вот да. Что-то у меня вначале телега поехала, чем винтовка. А что у нас там последующий-то идет? У тебя список лежит, вот. Для кого он? Анархист. Анархист. На баяне играет Надежда Юфанова. Я тебе сейчас озвучу фамилию. Между прочим, говорят, что умничка. Да, ну спасибо. И баян очень в тему. Да и Леха долбит норм. Да, если есть что долбить. Оператор задумал его так, да? А? У Алексея, кстати, есть свой проект. Алексей Некрасов, Батрок. Пишет песни. Огонь. Огонь.
пишет песни, поет. Но... Оператор что-то, да. Ну, сраненько, может, на сраненько камера. Камера сраненько, спору нет. Блин, ну, а по-другому она, я не знаю, там. По-другому, вот, по-другому ее переустанавливать, там вообще были сразу тогда. Да, баян – это крутая находка для песен. Ладно. Ну, если еще, конечно, это, не там... учиться, наверное, нет, там это так озвучит. Я не могу понять, ну что, анархист дальше? Да. Угу. Для кого это список составляет, да? Все нужно сидели составляли. Да, я в этом участвовал. Как это не участвовал? На репетиции. А камера наоборот, нет, вот, как это стоит, да, вот так вот. Да, ну, нет, ну ладно. В гараже. 8 песен там было. А, не 8, не 8. Ладно. Карандашом то, что нам написано, это еще мы там сегодня... Анархист. Без проигрыша она играет. Она беспроигрышно играет. Беспроигрышная. Давай, раз, два, три и... Всех, всех расстрелять. Я никогда послушанным не буду. Сердце жнется бледный май, а за спиной слышен лай. Привет, мой анархист, живи, мой анархист, беги. Она не пишет стихи. Лет 11. А нет. 8. Она не пишет стихи. Раз, два, три и... По звездам в ее доме живут пара ангелов рыжих. Она шарит с утра сковородки, луч солнца принимает на чай тех, кто слаб. Обнявшись, я
чужого. Поднимаю ее, пора ангела прыжек. Принимаю на небо бородатые боги. Падут дождь на прохожее, белое солнце, а крыши большие. Следов, может быть, в самом-самом завершении, как бы, да? Перкуссия. Нету второго микрофона, Олег, чтобы подзвучить. Ну так, приходится. По этим, по приборам, как бы говорится. Интуитивно. Следы на песке песни мы вообще с Максимом, когда писали, там все интуитивно было, как бы. Записали и все. А как надо? А, я не знаю, надо еще как-то потом играть. Привет всем, друзья. Всем привет. О, по звуку все хорошо слышно. О. Значит, дело, как мы говорили, в оборудовании, которое производит звук. Ну да, сейчас. Будда. Будда? Будда. Вот здесь прям с мантрой будет. Он падает. А если мы вдруг внезапно достигнем просветления, что нам делать? Думаешь, это случится? Ну, если ты мантру сейчас начнешь петь. Ну, не знаю. Раз, два, три и... Кипящим котлением свободного места мы сребряный, друг мой, из разного теста. Наш грех страшнее пули, а ночью в котолке мы стонем в постелях, курим на кухнях и пьем по неделям. Делимся, множимся, но все верим в чудо. Со смешками до нас, гладя животик, летит с неба пуля. Мы разные слишком, но это не минус. Бай подождем, пронесся цитирус. Ты веришь во сны, я как сотни без башни, а утром пьем чай, и все это наше. Я всегда говорил, что все будет чудно. С усмешкой на нас гладя животик, летит с неба пуга. Пришло. Налажало. Да, это нормально. Тараканчики. О, это прям на... Тараканчики, да. По-моему, сегодня смотрел, у трех или четырех вот знакомых как бы команд я видел песню «Тараканы». У всех она разная. Есть даже группа такая. Слышал. Был грешок, кассетки-то покупал, да? Пойдем, покупал. Брось, какие кассетки. А я покупал, был грешок. У меня там кассетки другого какие? Формата. Видео? VHS? Ну, это не без греха. Мы не без греха. Тараканы. Раз, два, три и...
Согнуть хочется.
Да нам тоже хочется уже со всеми вживую, да, услышаться, увидеться, как говорится. Ну, следы на песке. Потом. В следующий раз. Хотя, может быть, потом будет. Я не знаю. Я не помню, как она поется. Все засиделись, пишут. Хочется тусануть. Тусануть. Ты как относишься? Приезжаешь? Тусануть? Самоизоляции соблюдаешь? Нет. Лучше? Нет. Почему? Главная самоизоляция – это самоизоляция, которая внутри тебя. Фига ты как просветлился после Будды-то, походу. Нифига себе. Вещи следующие. Вещи? Сколько новых песен я сегодня слышу. А мы ее не играли раз? Мы половину из того, что мы сейчас играем. Новое, что ли? Ну, для меня – да. Откровение. Откровение. Ну, вещи, она здесь вообще такая. Ты понял. Бодрая. Да. 18+. Раз, два, три и... Мне похвалил, когда плюет мне в спину. Пусть лучше поцелуют меня взад. Я должен быть примерным гражданином, но как-то все пошло вообще не так. Кому я должен, все долги прощаю. Я рад стараться все везде успеть. Таким, как я, закрыты двери рай, но планы не входят умереть. А кто твоя мама, сынок? Анархия, мама, и папа покров. И вот без дела, словно ветер в поле, шатаясь все по шиворотам дорог. Пускай другие учат свои роли и пальцем чешут у себя висок. И спросят, а зачем тебе все это, что папы не скучает и мешок. А может, твоя мама плачет где-то? Скажи нам, кто она, где сынок? А кто твоя мама, сынок? Анархия, мама, и папа покров. И вот уже редеет хайер время, не выбирай. На смену нам придет другое племя, у них на вещи будет смелый взгляд, что главное в вещах совсем не вещи, что есть свобода, правда и мечты. Даже ебет не пара им за трещин и спросит, от кого родился ты. Если бы это можно было сделать как-нибудь безболезненно, ну так вот, и все, и не куришь. Мы все когда-нибудь обязательно встретимся и познакомимся. Да? С кем? Со всеми. Так там все знакомые люди. Ну вот, Нотик. Ну Нотик, да. Но и то. Помимо как бы. Так. Приборы. Что приборы? Вова хочет приборы. А, ну у нас сейчас как бы основная программа, после нее там приборы. Да? Не забывайте. Святая программа. Что баян очень много весит тоже. Не стоит забывать про это. Да, да, да. Это будет грустная песня. Грустная? С новым целиком, кстати. Так. Да.
Все. Ой, эта песня вообще тоже такая. Поесть? А? Текст. Не надо тебе? А зачем ее, я помню? Питон, как же. Питон. Соляк на нее очень красиво говорит. Ну, честно говоря, похоже. Помнишь, вот мультик, да, при Мюнхгаузе, он споет птичка, там, не стыдись. Она там павлина взял, как. Ой. Че, ребят, задавайте вопросы там, что. Что да как? Как что? Или попадем, да? Приборы будут, Володя, будут приборы, без них никуда. Без них вообще никак. Мы можем в единицу дать отдохнуть приборы. На приборах, да, если бы не желает. Да, я покупал. Володя, если ты только здесь... Володя, ты здесь? Ответь нам, чтобы мы... Заприборили. Заприборили тебе приборы. Кстати, я 100 лет ее не пил. Так сейчас ты как? Ну да, сейчас она покурит, иди. Да. Так, а потом у вас есть что-нибудь еще здесь в программе, у нас диктатуры-то нет особо. Нет, чтобы я тоже мог покурить на какой-нибудь. О, Володя, все, давай играем. О, Володя. О, Володя. По-моему, самая матершинная песня, да, в моем репертуаре. Ну, она такая, тут он уместен, мат, я, в общем, думаю, так. Приборы. Идет
тысячи сов, и что-то похожее на электрический ток. Стоит звонок, в ногах лежит чел, а ангел в постели. Все коту масленицы, как говорится. Да. Это же Либ. Ты где там? Сейчас я иду. Алёша пропал. Я вошел в автобус. Он вошел. Что у нас там следующее? О, оптимизм. Оптимизм тоже одна из новых песен, как бы. Из новых. Не обошлось без Вики словаря. Да ну брось, какой словарь. Хаста. Хаста ла виста бэйби? Хаста, именно. Ну правильно написано. Правильно? Ну, наверное. Ну так. Ха. Ну так. Полегло же. Что ты переживаешь? Тут вообще такой текст интересный, смотри. И играется там же. Там еще есть. Нарушая законы, как говорится. Музыкальная культура. Ну ладно. Лирика все. Раз, два, три и... Меня ничего не ебет и не берет. Сижу на матрасе, читая кропотки на вслух. Стакан наполовину полон, но в нем ядовитый компот. Кот ловит движет махно немножечко чем. Смейся, любви, весь пиздец еще не пришел. Пока просто теплом и любят погорячее. До утра снах разговор, солнце вниз головой на крюке. В твоих снах мы прожили до мудрой глубоких морщин. Ты танцуешь по кухне с полным стаканом в руке, а я просто сидел, улыбался и молча курил. Это наш оптимизм, не бойся, все хорошо. Тебя я седвижа смахну немножечко чем. Смейся, любви, ведь пиздец еще не пришел. Пока просто теплом и любим подоречим. Живи, не дожи, а я разбил свой стол.
кавычках. Я на ней себя высыпаю. Да? Потому что соляк надо придумать, как говорится. Там есть мощные фразочки. Спасибо, спасибо. Ребята, спасибо. Никогда. Никогда. Может, да, все будет. О. Почему нет? Будет? Будет, скорее всего, будет. Скорее всего, да. Скорее, да, чем нет. Так, что у нас? Дальше. Дальше? А любовь недолго. О, любовь недолго. А надо погромче сделать. Звук падает, если батарейка садится. Ты не увлекайся, потому что это для антураж просто. А, да? Это все может быть. А любовь не дохнет. А ты ее слышал уже? Да. 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 Слышал, да? Да, я слушаю всегда. Всегда слышу. Раз, два, три и... Перепорщил с гитарой. Ну, потише еще. Ставит наши блюдце, она щелит сои, а дым сигарет, а в кружке теплый чай, а в старом телефоне, а смайлик не прощает, а все живет и дома, а мерзнет в разный сад, а то, что случилось, не вернуть назад, а любовь не дома, любовь. Живет, поет стеклянными глазами, ногами на восток, играет карты сердце и берет в расход. А любовь не дохнет, а любовь живет, а любовь не дохнет, любовь живет, поет стеклянными глазами, ногами на восток. Ну такая вот любовь. Объявляю вам, может, не будет. Пока не будет, да? О, песня, посвященная Бушлачеву. Так здесь бы вот по... Да не-не-не. Чук, а ты чук. Все нормально. Колокольчик. Сейчас гитарку настроим. А, настроим. Настроил. Колокольчик. Мне кажется, микрофончик надо получить. Я же тебе говорю, что зачем ты мастер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и... На доске гробовой расскажи.
Стерил я браслет, понял все, оттолкнул табурет грязный снег. Под подошвой Христа он плевал, сразу от нового оставил порты. Сквозь усы, что надел на запястье его, спасибо, друзья. Остань небольшая программа, да, в принципе? Что говоришь? Ну да, что там. Что там? Полное право стать анархистом. Вот. Как бы сделать. Дай. Ну. Сообразить? Ну, если сообразить, то можно еще 600 рублей. Да, флейта тоже было неплохо, да. Флейта, да. И скрипку. И скрипку. Да и вообще струнный квартет. Да? Конечно. Не, ну флейта, да, действительно было. Смотри, как все у нас глаза направлены. Вверх. Так, ладно. Потому что мы поем, как будто молимся. Полное право родиться и стать анархистом. Там без проигрыша. Надежда. Я слышу. Раз, два, три, и... Когда в голове возникает, как выстрел, вопрос, когда тихого дядю по крике полохут в автозак, когда кто-то считает себя, что он русский Христос, а сам на базаре меняет свой крест на пятак. Когда в цинковых ящиках дети приходят домой, когда в кабинетах из кожи закон табуре ученица, когда не оправдан тяжелый рок-н-ролльный забой, есть полное право родиться и стать анархистом. Есть полное право родиться и стать анархистом. Есть полное право. Когда в темном подъезде спишь на картонной кровати, как на ленточке черной страну ходит хаос и попс, когда за инструкцию выжить поставили тройку в тетради, когда вокруг все большое, но ты не подрос, когда все же в лесу глупо встретит дурак, когда хотел написать пару строк, лишь останется чистым, когда к солнцу поднимет зажатый, как воля кулак. Есть полное право родиться и стать анархистом. Есть полное право родиться и стать анархистом. Есть полное право. Вот так вот. Медляк будет. Сейчас будет медлячок. Ох, когда фамилия короткая. Ну, я не знаю. Как у Барски.
Раз, два, три и... Задушила нежно нас с тобой весна. Клуб островный дым и сигарет. А знаешь что? А я люблю тебя. Одиночные пикеты лет. А душек нежно нас с тобой весна. А душек нежно нас с тобой весна. А можно просто взять эту поспить. Веришь мне, что я люблю тебя? Один метро у самоубийцы птиц. А души мне жена нас с тобой весна. А души мне жена нас с тобой весна. На стук шагов то ангел или лей. Ты не бойся, я люблю тебя. Я не псих, хоть и похож на псих. А душек нежно нас с тобой весна. А душек нежно нас с тобой весна. А мы напьем свой горький крепкий кофе. А ты мне скажешь, я люблю тебя. А поцелуй прощанья на Голгофе. А душит нежно нас с тобой весна. А душит нежно нас с тобой весна. Рассмешила нас с тобой весна. Подманила нас к себе весна. Разлюбила нас с тобой весна. А задушила нежно нас весна. А задушила нежно нас весна. Дела, в общем. Про Есенина будет, анархии будет. Она ж была, а не была. Настоящие панки? Есенин. Анархия. Будет. Барсик на подоконнике там лежит. Охраняет территорию. Да? Че, Есенин сыграет? Давай, давай, давай. Мы только за. Солнце мое. Там. Опа! Ну, мы пока сейчас с Алексеем сыграем песню. Какую? А какую ты хочешь? Мы можем любую сыграть с тобой. Вдвоем? Угу. Ну вот. Боже, я, может быть, это... И все, я пойду, и вы... Нет, так не пойдет. У тебя есть еще песни, которые мы не сыграли. Какие? Шафот. Не. Ну давай тогда этот солнце мое найди. А это что? Ага. Ага. Это вообще новые, которые еще даже без баяна. Да какая я звезда. Ты слышал ее, нет? Да. Мне кажется, гитару хочешь сделать. Хочешь? Да, нет, я не хочу. Чего? Она там была написана. Не стесняйся. Не стесняйся. Ладно. Раз, два, три и... А это в предисловии этой песни. Когда ты пропал? В андеграунд ушел. На неделю. Это когда? В феврале? Самый предыдущий раз, когда ты с ранением. А, так я там два дня всего не был. Как?
2 дня. Да где-то так. Неделя была. Да 2 дня. Точно. Я на 3-й сломал себе ногу. Так что. А какую ты хочешь Егору? Егора песня, Алексей. Что? Егора. Егора? Игорь Федорович? Игорь Федорович. Так, ладно, давай. Давай. Можно пиздеть. Так, раз, два, три и. Мой друг вчера на дне стакана поле, а лень вчера его еще не слов. Мой друг вчера на дне стакана поле, а лень вчера его еще не слов. Стучал с китами в человечьи дверь, не знаю, что там нету никого. А я корябал и глотал таблетки, и лет скребли под грязный желтый плед. И только для сердечка шрам и метки я получал их из ворота на лет. Все, почему остановимся? А? Почему? Солнце будем называть. А что, не пошло что-то? Нет, не пошло. Мы же все живые люди. Егора просит любую песню сыграть. Так, давай, солнце мое, мне похуй, я панк, и город дурачка, и все. Да, давайте так. Да? Да, и потом ты подаваешь? А, я этого панка не буду. Будем. Панк. Солнце, панк и дурачок. И все. И... Хорошо. Все. Раз, два, три, и... Ладошках монет зажаты, идешь в магазин. Аппарат консервов таланта, пакетик любви. Ты был одинок, но даже когда был не один. И целый город живет внутри твоей головы. Я сейчас светит, да не сдохнут, а счет ценит. В клубе покойных поэтов переполох. Ты пил, как Есенин, по скользким крышам ходил. Но вот ты живой и не подох, и в окно I'm gonna go.
Пушкачева ковер просит. Пушкачеву мы можем время колокольчик. Меня отпустить. Тебя куда тебя отпустить? А вот и Баскс. А его не видно. Да, спасибо аналоги сибирского панка, в частности Александру, за приглашение провести трансляцию у них в группе. Маш, это наш главный анархист. Убежал. Палец ковыряйся, штучку. Да. Что, давай едем в центр. Два аккорда. Время колокольчиков попробуй. Я прям по памяти. Что там? Время колокольчиков. Я поняла, аккорды какие. Генцы. Далеко? Что ты мне показываешь? Типа я понимаю, я не хочу спички первый раз. Ну давай песню про панков потом определимся. Ну да, давай. Раз, два, три и... Еще чуть-чуть. Но это вообще прям эпично. Я говорю, что это анархист. Раз, два, три. Теперь ничьи. Песня хорошая. Так, ладно, что? Огонек. Нет, я не буду. Давай попробуем. Да, ну, да ладно? Огонек. Самая новая песня. Все до копейки пропил, все снежки до помья не сжег. А на запястьях у меня твои пень, лежать просит кошка у ног. И какое-то дерьмовое лето, ветер серость людей. Yeah, yeah.
своей беспечностью застрелить бы себя по лестнице, прыгнуть с крыши на череп прохожему. Но не спета последняя песенка и горит огонек под кожею. Но не спета последняя песенка, древнеет огонек под кожею. Соло вместе звучало в головах. Соло, да, нормально. Нет, это не мое авторство. Какое авторство? Это как дворовое. Хрен его поймешь. Я никогда не говорил, что я автор этой песни. Ну, это мне похуй. Я помню. А Надя вообще молодец. И тебе респект. Так что... Если б не Баян... Песню я услышал... Спасибо. Спасибо большое. Это очень приятно. С учетом того, что... Потом. В личное сообщение пишите. Был взят 2 месяца тому назад. Да, все благодарности потом в личное сообщение. Вообще будет ништяк. Сразу так, хоп. Так что вот. Да, народное в том-то и дело. Я вообще считаю, что вот если песня лежит, то почему бы не подобрать? Живет, вот песня должна жить, а не лежать. Я ее слышал еще когда в школе. Ну, в классе, наверное, в школе. А я в 2001 учился, но вообще она коряво была. Мне бумажки написали. Ну да, да. Мне тоже так же объясняли, что поется на мотив. Все идет по плану, только слова другие. Примерно так это и было. Хорошие песни надо подбирать и реанимировать. Все равно за это никто тебе не платит. Так что ладно. Что, попоем еще? Петь-то тебе. Тебе играть? Да. Соло, да? Здесь, да. С баяном. С баяном все. Да. Ну давай тогда, что обещали, раз Егора так. Егора. Ну. И, мы же хотели Егора и Башлачева на этом загрошим. Сейчас Егора без баяна, а Башлачева с баяном. Ну. Там же ЕНЦ там. Она вообще в акустике хорошо получается. Нормально. Да, кстати, в акустике лучше. Не надо баяна. Не надо. Перкуссия здесь нужна. Перкуссия нужна. А по лесу наищет дурачок глупее себя. А ходит дурачок, а по лесу наищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет племя на блюдце. Кому вернется, а там отронется плечо, поцелует горячо, полетят копейки из опазухи долой. А ходит дурачок, а по лесу ищет дурачок глупее себя. А ходит дурачок, а по лесу глупее себя. Зубастые колеса завертелись в башке, промокшей башке под броневой дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак, но только если крест на грудь
Лёшка, Лёшка не приуныл. Ну что, давай колокольчиков заканчиваем. Так. О. О. Чёрный снег просит. Никогда я аккорды не помню. Там, они, там фолковские аккорды, и я один раз просто спел, сыграл под них, и все, прикинь. Это интуитивно было. Ой, старый стал. Дальше под Лёшки вытянуться. Уже. ЕМЦ. ЕМЦ. А что, ты слов не помнишь? А ты помнишь? Я-то помню, как бы, но как бы я не люблю ошибаться. На русском языке. Глянь, авторство указано еще. Да это не авторство, я просто перепел в последний раз. А ты слышал, кстати, как он перепел? Нет. Не задавался вопрос. Какой звук? Ужасный. Интересный. А, ну да. Время колокольчика. Александр. Поехали!
Вот. Да. В общем, такие вот дела, друзья. Я и забыл, что там трансляция идет. Да? Да. Ну, обрадовался. Она была самой первой. Пропустил. Черный снег анархии можно сыграть, в принципе, на трудной игре. Можно и шафот сыграть. Да можно вообще, как бы. Просто берешь. Черный снег анархии закончим. Как? Как закончим? Ну ты ж у нас. Как красиво закончим. Нет, если что. Да? Конечно. Вот сорвалась. Ну вот, друзья, скорее всего, это будет завершающая песня нашего сегодняшнего выступления под названием «Черный снег анархии», да? Да. Да. Вместе припев поем, кстати, ты помнишь? С кем? С тобой. Ну, я ж не смогу. Все ты сможешь. Я верю в тебя. Я не смогу. Так что Алексей Некрасов. Но петь он не будет. Дела.
Да не помню я на ее аккордах никогда. Вообще. Спасибо большое, друзья. Ну все, попрощаемся, ребята. Спасибо еще раз, друзья, что были с нами. Спасибо антологии сибирского панка. До новых встреч. Слушайте хорошую музыку. Не обязательно нашу, да? Обязательно нашу, только нашу. Пока, ребят, пока. А нет, мы не говорим пока, мы говорим до свидания, до новых встреч. Там все.